29 числа ко мне пришли сотрудники АБЭП, предъявили распоряжение о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий и изъяли системные блоки, 6 системных блоков, принадлежащих не только нашей организации, скажем так. В журнале преступлений было зарегистрировано анонимное заявление, то есть без подписи, без всего. Вот в рамках него, скажем так, и проводится эта проверка. То есть мы пытались предъявить какие-то договора лицензионные, еще что-то. Сотрудников это не интересовало. Машины опечатали и вывезли. Оперативно, быстро, задорно, я бы сказал. Со всеми препирательствами, ну, не больше 40 минут это все было. Работа ни в коем случае не парализована, все базы продублированы. Продолжаем, на жителях это не скажется.